Поздравляем тебя с победой, поздравляем с Днем хоккея, поздравляем с тем, что прервалась твоя серия без шайб. Вот, что вообще почувствовал, когда шайбу забросил? Да, спасибо, я тоже поздравляю всех с Днем хоккея, всех болельщиков, всех любителей хоккея и с победой всех тоже болельщиков. И, в принципе, да ничего с такого, просто повезло, что забил, там, Блажик здорово сыграл, а все равно, конечно, маленького опустило, но ничего страшного, главное, что выиграли. 7 матчей, 7 побед. Как вообще это домашняя серия? Ну, здорово всегда, но есть над чем работать много, и надо продолжать в том же духе. Буквально послезавтра уже игра на выезде. Есть какие-то мысли или пока все еще занято сегодняшней игрой? Да, такого особо нет мыслей, ничего страшного. В принципе, нормально, через день удобно играть и... Завтра тренируемся, наверное, вечером, я думаю. Череповцы, ничего не знаю, конечно, точно. Но все, так же выйдем на игру, как всегда.